Закон вне веры. Законнический дух – это не святой дух. Он не делает нас святыми и не делает нас более духовными, чем другие братья и сестры. Мы не получаем Святого Духа по закону или по законничеству. Мы не стоим и не остаемся во Христе по закону или по законничеству. Это от веры в веру, от начала нашего путешествия с Иисусом до конца. Без веры невозможно угодить Богу. Единственные дела, которые имеют значение, это те, которые исходят от Бога и совершенствуются в нас и через нас в славу Божью. Эти дела являются показателем того, что наша вера во Христа живая, принося плоды для Царства Небесного. Дух законничества – это лицемерный дух, который наслаждается гордостью и ложной обманчивой праведностью и святостью. Эта праведность не от Бога. Она о нас самих. Это самоправедность, потому что она происходит не от Бога. Некоторые скажут, поскольку у меня есть вера, я исполняю закон. Конечно, но остерегайся верить в закон. Как ты знаешь, что твоя вера в закон, а не в Бога? Вера в закон порождает разделение, превосходство и гордость. Вера в Бога приводит к смирению и сокрушению. Все, что делается вне веры, — это грех. Остерегайся законнического духа, который завораживает души к разрушению.